Разве люди не ждали тысячи лет, что Господь сойдет с облаками? В разных отрывках из Библии дается ясное пророчество, что второе пришествие — это воплощение. Если мы не ценим эту крайне редкую возможность и упускаем Божью работу, которой Он производит победителей, нам остается лишь рыдать и скрежетать зубами в муках раскаяния. Господь обещал вернуться и забрать нас в Царство Небесное. Угу. Вы же утверждаете, что Господь уже воплотился для совершения работы суда в последние дни. В Библии содержится ясное пророчество. Господь сойдет на облаках с силою и славою великою. Это существенно отличается от вашего свидетельства не о том, что Господь уже воплотился и тайно сошел к нам. Мне все равно это непонятно. Можете разъяснить подробней. Все верно. Господь Иисус сойдет на облаке. Этого никто не может отрицать. Небо и земля придут, но слова Господа не придут. Господь осуществит все так, как Он сказал. Господь Иисус вполне ясно сказал. Разве люди не ждали тысячи лет, что Господь сойдет с облаками? Дядя Лень, Господь обещал прийти снова, чтобы забрать людей в Царство Небесное. Это точно. Господь верен. Он в любом случае исполнит свои обещания. Но сперва нужно ясно понять, что второе пришествие Господа воплоти в последние дни для исполнения работы суда прямо связано с тем, как мы восхитимся в Царство Небесное. Если мы внимательно изучим Библию, то несложно найти этому подтверждение. В разных отрывках из Библии дается ясное пророчество, что второе пришествие ⁇ это воплощение. Например, будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом СИМ. Во всех этих пророчествах говорится о Сыне Человеческом или о том, что приедет Сын Человеческий. Эта фраза Сын Человеческий обозначает того, кто рожден человеком и обладает обычной человеческой природой. Духа нельзя назвать сыном Человеческим. Поскольку Бог и Иегова ⁇ дух, он не сын человеческий. И ангелы ⁇ существа духовные. Их нельзя назвать сынами человеческими. Все, кто имеет человеческий облик, но состоит из духовного тела, не сын человеческий. Воплотившегося Господа Иисуса назвали сыном человеческим и Христом, потому что он был Божьим Духом, облачившимся в плоть. И поэтому он стал обычным человеком, жившим среди прочих людей. Когда Господь Иисус говорил о Сыне Человеческом, и что приедет Сын Человеческий, Он имел в виду пришествие Бога путем воплощения в последние дни. В частности, когда Он сказал, прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен уродом Сим. Это подтверждает то, что когда Господь придет снова, Он явится, став плотью. Если он явится не в телесной форме, а в виде духовного тела, никакие страдания на собственном опыте он пережить не сможет и определенно не будет отвержен родом Сим, в этом нет сомнений. Так что возвращение Господа Иисуса определенно в воплощенном виде. И приедет Он для совершения работы Суда в последние дни. Я часто читал эти места в Писании. И в них действительно упоминается Сын Человеческий и то, что Сын Человеческий приедет. Возможно ли, что упоминание в этих стихах Сына Человеческого указывает на Божье воплощение? Многие спрашивают, Господь обещал прийти снова, чтобы забрать нас в Царство Небесное. Тогда зачем Ему нужно совершать еще работу суда, начиная с Дома Божьего? На самом деле, Господь совершает работу суда, чтобы произвести победителей. То есть, чтобы восхитить святых. В Библии во многих местах объясняется, почему, придя в последние дни, Господь должен совершить работу суда. Пророчеств, что Бог вновь придет в период последних дней, чтобы совершить работу суда, в Библии свыше двухсот. В Писании много мест, где предсказывается совершение Богом работы суда во плоти. Например, и будет он судить народы, и обличит многие племена. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его. В Евангелии от Иоанна также сказано, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. В посланиях Петра есть такие слова. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, и много других». Из этих мест в Писании ясно видно, что Бог, несомненно, явится во плоти в последние дни, чтобы совершить работу суда. Придя воплотив последние дни, Бог через Свое Слово осуществляет работу суда, очищения и спасения человечества, слышащие голос вернувшегося Господа Иисуса и ищущие Его это мудрые девы, которые отправятся с Ним на брачный пир. Так исполняется пророчество Господа Иисуса. Но в полночь раздался крик: Вот, жених идет! Выходите навстречу Ему. Мудрые девы слышат голос Господа и выходят ему навстречу. После этого они тотчас же восхищены Господом к престолу, где встречаются с Ним лицом к лицу. Они принимают суд очищения совершенствования Божьи в последние дни. И, наконец, через суд Божьих слов их порочный характер очищается. Они совершаются в победителей. Как видите, если мы хотим достичь того что обещал господь, сначала нужно предстать перед Христом последних дней перед всемогущим богом принять Божий суд и обличение в последние дни, чтобы бог мог нас очистить и усовершенствовать а тот, кто не сделает этого не достоин царства небесного Если бы не Божья работа в эпоху последних дней, никто бы не понял как исполнились пророчества в библейских текстах да. Воплощение Бога в эпоху последних дней в образе Сына Человеческого для совершения работы суда исполнило mm -hmm. пророчество. Да. да. Прочтем отрывки из Слова Всемогущего Бога. Uh -huh. хорошо. Откройте да, страницу 1257. Хорошо. Всемогущий Бог говорит, «Ты только знаешь, что Иисус сойдет в последние дни. Но как именно Он сойдет? Может ли такой грешник, как ты, который был только искуплен но не изменился, и которого Бог не совершенствовал, быть по сердцу Бога. Для тебя, который принадлежит еще прежнему себе, Иисус действительно спас тебя. И благодаря Божьему спасению ты уже не считаешься грешником. Но это не доказывает, что ты не являешься греховным, либо нечистым. Как ты можешь быть святым, если ты не изменен? Внутри ты весь полон нечистоты себелюбив и ничтожен. Но ты все еще хочешь спуститься с Иисусом. Тебе должно быть так повезло? Ты пропустил один шаг в своей вере в Бога. Ты был лишь искуплен, но не изменился. Чтобы тебе быть по сердцу Богу, Бог лично должен совершить работу твоего изменения и очищения. Если ты был только лишь искуплен, ты не сможешь достичь святости – Таким образом, ты будешь недостоин участвовать в Божьих добрых благословениях, ибо ты пропустил один шаг в Божьей работе по управлению человеком, что является ключевым шагом в изменении и совершенствовании. И поэтому ты грешник лишь искупленный, не способен сразу унаследовать Божье наследство». Христос последних дней приносит жизнь, приносит неприходящий и вечный путь истины. Истина – это тот путь, посредством которого человек обретет жизнь, и это единственный путь, посредством которого человек познает Бога и получит одобрение от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрение Иисуса – Тебя никогда не сочтут достойным войти во врата Царства Небесного, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Желающие обрести жизнь, не полагаясь на истину, изрекаемую Христом, самые глупые люди на Земле. А не принимающие путь истины, который принес Христос, заблудились в иллюзиях. И поэтому я говорю, что люди, которые не примут Христа последних дней, будут навечно презираемы Богом. Христос – это вход человека в Царство в последние дни, который никто не может обойти. Никто не может быть усовершенствован Богом, кроме как через Христа. Слова всемогущего Бога уже указывают путь в Царство Небесное. Христос последних дней ⁇ это врата в Царство Небесное. Если человек не проходит работу Суда Христа последних дней, он не может быть очищен и усовершенствован, и никогда не войдет в Царство Божие. Это власть, проявленная воплощенным Богом. Это подтверждает, что во втором своем пришествии Господь непременно воплотится, чтобы совершить работу Суда в последние дни. Бог совершил уже так много. Если кто-то считает, что может быть восхищен в царство небесное, не испытав божьей работы в последние дни, то это их представление и иллюзии. Этому никогда не сбыться. Вот для всех вода, берите. Спасибо. Спасибо. Вот пейте. Вы говорите, что пришествие Сына Человеческого указывает на то, что Бог придет во плоти. Это логично. Хвала Богу. Но я не понимаю. Если Господь действительно явился во плоти, то почему в стихах Библии говорится, что Он грядет на облаке, и это все увидят? Как вы объясните это? Хм. Верно. Похоже, то, что вы говорите, не согласуется с этими стихами, mm -hmm. uh -huh. Лу, mm -hmm. Вы не против еще побеседовать с нами? Хорошо. Дядя Линь, в Библии есть несколько пророчеств о том, что Господь грядет на облаках со своей силой и славою великой. Это верно. Но в Библии еще больше мест, в которых предсказывается, что Господь придет тайно. Например, «Сейду как тать, ибо» в который час не думайте, приедет Сын Человеческий. О дне же том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Как видите, Господь возвращается двумя способами. Один скрыто, другой открыто. Работа суда, воплощенного всемогущего Бога в последние дни, о которой мы засвидетельствовали, это работа Господа, который приходит скрыто. Поскольку воплощенный Бог пришел к людям в виде нормального обычного человека, то людям он является тайно. Никто не может сказать, что он Бог. Никому не известна его истинная личность. Только когда Сын Человеческий начинает говорить, способные распознать его голос, начинают его узнавать. Те, кто не в состоянии распознать его голос, Неизбежно будут относиться к Нему как к обычному человеку, отвергая и не воспринимая Его. Так было и когда Господь Иисус воплотился, чтобы совершить свою работу. Он внешне казался обычным человеком. Поэтому многие противились Ему и осуждали Его. Но некоторые через слово и работу Господа Иисуса смогли признать в Нем явление Бога, воплощенного Христа. Сейчас тот самый этап, когда всемогущий Бог приходит скрыто для совершения своей работы. Он ныне изрекает свое слово, чтобы производить суд и очищать человечество. Сейчас, разумеется, люди не увидят, как Господь является на облаках на глазах у всех. Только после произведения группы победителей и по завершении работы, для которой Бог является во плоти, приходит людям тайна. Лишь когда землю охватят великие бедствия, а Бог будет вознаграждать добро и наказывать зло, явившись открыто перед всеми народами земли. Тогда и исполнится пророчество о том, как Господь всенародно сойдет на землю. Как и написано в Библии, «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. И возрыдают пред ним все племена земные. Есть один вопрос, который меня давно волнует. Увидев Господа, открыто явившегося нам на облаках, все люди должны быть безмерно счастливы. Но здесь сказано «И возрыдают пред Ним все племена земные». А чего же так? Потому что когда Бог явится принародно, работа спасения, совершаемая во время Его скрытого пребывания среди людей, будет уже завершена. И Бог начинает вознаграждать добро и наказывать зло. И все, кто отверг тайную работу Бога, бесповоротно утратят шанс на полное спасение. Что же до тех, кто пронзил его, то есть противился Христу последних дней, всемогущему Богу и осуждал его, то как же им не бить себя в грудь в отчаянии, как не рыдать и не скрежетать зубами, узнавая, что это второе пришествие Господа Иисуса? Вот как произойдет описанное словами. «И возрыдают пред Ним все племена земные, прочтем другой отрывок из Слова Всемогущего Бога. Страница 1433. Брат Ван. Да? Я прочту. Хорошо. Всемогущий Бог говорит многим людям, все равно, что я говорю, но я все равно хочу сказать каждому, так называемому святому, который следует за Иисусом, что когда вы увидите, и Иисуса, сходящего с небес на белом облаке собственными глазами, это будет публичное явление солнца праведности. Возможно, для тебя это будет временем великой радости, но ты должен знать, что то время, когда ты увидишь Иисуса, сходящего с небес, станет тем временем, когда ты сойдешь в ад, чтобы понести наказание. Этим Будет ознаменовано окончание Божьего плана управления. И это будет тогда, когда Бог вознаградит праведников и накажет грешников, ибо суд Божий окончится прежде, чем человек увидит знамени в то время, когда будет лишь выражение истины. Те, кто примут истину и не станут искать знамени, и таким образом пройдут через очищение, предстанут перед Престолом Божьим и войдут в объятия Творца только те, кто настаивает на вере в то, что Иисус не сошедший на белом облаке это лже Христос будут подвергнуты вечному наказанию ибо они верят в Иисуса дающего знамение, но не признают Иисуса провозглашающего беспощадный суд и открывающего истинный путь жизни. Поэтому Иисус будет разбираться с ними только тогда, когда открыто явятся на белом облаке. Возвращение Иисуса – это великое спасение для тех, кто способен принять истину. Но для тех, кто не способен принять истину, это знак осуждения. Вам следует выбрать собственный путь и не хулить Духа Святого, не отвергать истину. Вам нельзя быть невежественными и надменными людьми. Вы должны быть теми, кто послушен водительству Святого Духа и жаждет и ищет правды. Только так вам пойдет в пользу. Из слов всемогущего Бога мы поняли, что работа, которую воплощенный Бог осуществляет в последние дни, важный этап по совершенствованию людей. Mm -hmm. В течение шести тысяч лет Божьего плана управления труд этот – редкая для Бога возможность усовершенствовать людей. Все, принявшие тайную работу Бога и совершенствуемые им, обрели особую Божью милость и благословенны больше всех. Mm -hmm. Если мы не ценим эту крайне редкую возможность и упускаем Божью работу, которой Он производит победителей, нам остается лишь рыдать и скрежетать зубами в муках раскаяния. М? Эта беседа полна глубокого смысла. Это результат просвещения и озарения от Святого Духа. Хвала Богу. Хвала Богу! Вы свидетельствуете, что Господь уже воплотился, став Сыном человеческим для совершения работы суда и что, произвев группу победителей до начала бедствий, он явится открыто всем народам и всем племенам. Это полностью соответствует Библии. Весьма вероятно, что для второго пришествия Господь воплотится в образе Сына Человеческого и сойдет на землю скрыто. И лишь позже Он явится открыто. Таким образом, здесь нет никакого противоречия с библейскими пророчествами. Это одновременно и таинственно и практично. Как же мудро с его стороны. <говорит> Господь воплотится в последние дни, чтобы совершить работу суда, дать людям полное спасение и возможность <говорит> достичь святости. Данная беседа познавательна mm -hmm. и практична.